прекрасная осень нам этот пленэр подарил. Ну, я не знаю, природу расцветил во все цвета. И я хотел бы передать вот далее эти воздушную дымку, эти Житомирская Швейцария, кажется. Звичайно, дуже колоритне місце, чудові кольори, такі насичені. Звичайно, і погода мінорна, а відчуваєш, вроді би, як сонце, щось сяє. Оці кольори додають якогось настрою такого смачного, осіннього, святкового, я б сказав. В парке очень много таких колоритных деревьев, желтые краски радуют. Солнца нет, а как будто бы, когда видишь желтые листья, кажется, что вроде бы солнечная погода замечательная. Вот. Ну и хотелось не только передать парк, но и вписать в эту красоту какой-нибудь домик, чтобы было живенько. Вот. Почему я взял этот мотив? Ну, по крайней мере, здесь угадывается осень, есть колорит, цвет, ну, как бы по пятнам очень красиво в парке.